Всем привет! Вы на канале Домик в деревне. Друзья, мы на трассе. У нас одна работа. Собирать грибочки и реализовать. Но сегодня не наш день, да, Вениамин? Да. Нам сегодня не везет и крепко. Нам сегодня, ну, как не везет? Мы уж продали. Сегодня у нас берут хорошо грибы эти соленые. И маринованные. Соленые и маринованные. Блин, это не слышно. Смотри, какое движение. Соленые грузди. В сыром виде я солила прям. Сегодня мы даже ели вот на обед. Ой, вообще обалденно. Они хрустят. В общем, банки хорошо берут. У меня даже девчонки там с Нижнекамска заказ. В Казани у меня даже банок нету. Так что вот. А грибы стоят. Мне придется сегодня под березовик я буду закрывать, наверное. Буду варить, мариновать. Ладно. А грузди, я же их перебрала. Веня, может, окно закроешь? Вообще не слышно. Этот, грузди я перебрала, там рассортировала. Короче, это две мелкие. Ну, это одно. Я их сегодня, у меня есть бочка на 50 литров. 50 же та белые, да? 50. Я туда все вывалю. Этот. Прям на улице стоит. На улице же уже, видите, этот. И залью водой, сверху поставлю, чтобы они плавали там. Завтра мы возьмем Тайм-аут. Завтра мы возьмем как? Тайм-аут. Тайм-аут. Короче, выходной. Язык ломаю. Вот. И я займусь, наверное, вот грибами. Буду мариновать мелкие. И буду солить. Муха залетела. И буду солить крупные. Ну, буду разрезать так. Ну, сделай как положено, короче, девчонки. Ой, вообще вкусные были. В общем, надо будет Вене надо будет съездить здесь недалеко за банками. У меня двухлитровые, полторушки. Этот. Ну, это много. Даже человек, если купит, вот откроет, что будет ставить. Надо, чтобы литров были хотя бы. А у нас нет магазина разве? В магазине у нас нету банок. Вот в Ленина съездишь. Так, этого нету, что ли, у нас телефона? Телефоны есть у мамы. Мама узнает тогда. Вот надо маме позвоним. И ты съездишь, а я буду пока туда-сюда. Этот. В общем, буду заниматься, короче, банками. Снимать уж не буду, потому что уже есть этот, как я солила и как я мариновала. Это все есть, друзья. А погода у нас сегодня сколько у нас этот? Сегодня дождь показывал у Ларисы вроде. Но дождя не было. А я, видите, оделась этот жилет свой, который сто лет уже, сто лет мам вязала. Они уже давно, я от темы отвлеклась. Они говорят, давно сожги ее, выкинь. Ну вот нравится она мне. Она нигде не давит мне, нигде не жмет. Вот так же, как этот костюм. Ну, в лес ходить-то это. Спецодежда вот. Ларис ходит и на рыбалку спецодежда, и в лес. А я вот, мне надо вот, я не могу вот. У меня есть и дождевики, и все есть, это все есть, девчонки. И костюмы есть, вы же помните, даже вот последний Костя подарил нам всем. Вот это, как, спецодежда называется? Камуфляж, короче. Я не могу, мне надо что-то вот такое. Цветные штаны могу одеть, что этот капрон, чтобы вот это вот не прицеплялось. Как колючая трава-то. Короче, вот такие дела. И я сегодня думаю, блин, заболею, что ли. Я взяла с собой этот. Я дома утром выпила витамин С. Потом у меня, забыла уже, трек какой-то вот, когда думаешь, что заболеешь. Надо ее выпить. Забыла название. Выпила уже. Вот сейчас приеду, надо выпить еще третий раз. И вот, короче, что еще? Ну, болеть вообще мне нельзя. Потому что Москва впереди.
Москву надо подготовиться, голову покрасить, руки в порядок привести, ногти. Наверное, маникюр сделаю. Ну, какой-нибудь цвет. Ну, такой уж, чтобы не видно было потом под ногтем, вот чуть-чуть вырастет вот этот грязь. Грязи-то не будет. А вот так иногда в кадр попадает, под ногтем грязи нету, а видно, что как будто этот. Ну, страшно, действительно. Вот. Так. Такие дела, короче. Вот, говорю, как есть уж. Под ногтем, ну, конечно, будет и ногти грязные. Спору нету тут. Столько грибов хапать. Хапаю, блин. И ты хапаешь, да? Сколько ты нахапал сегодня? Бедро. Ведро. А я сколько? 5 ведер. Какой 5? Больше? 5. Ну где же не больше-то? Блин, посчитать ему надо, вот спорит. Ведь мы говорим большие ведра. Так я за большие говорю. 4 корзины полные. Вот это сзади полные. Синие полные вынесла. Прикиньте, мне даже стыдно говорить. Вот, ну, видео же вышло, вот это вот мы собрали тоже. Ну, если есть грибы, что не собирать-то? Если берут, вот вчера мы все продали, да? Вчера мы все продали, я уж каждый день не буду снимать, девчонки, надоедать вам. Я понимаю, вам нравится. Но этот, никто не останавливается. Когда мы подъехали, потому что у меня все это, кишмиш, ну, в смысле... И под березыки грузи я ж не буду с двумя ведрами ходить. В одну корзину под березыки грузи кидаю. И вот пока сортировала, сидела, две, три машины остановилась. Одни взяли у меня... Один мужчина взял на 200 банки. А один... Это водитель взял грузи ведро мелкие. И за 700 рублей вот такие мелкие вот, вот. Вот такие есть и вот такие. Не такие. За 700 рублей. Вот. Взял, короче, банки. И еще кто-то взял банки. И все, сидим, короче. Ну, снова опять раз про грибы, девчонки. Там вот мне пишут, да. Это же, это я вот просто же надо поговорить. Ну, разговариваем, да. Под всеми комментариями мне вот на самом деле времени нету, да, но я все читаю, все оставляю сердечки. Спасибо вам всем огромное за ваши комментарии. Вот все, спасибо большое. Просто единственное хочу сказать, вот у меня я, ну на самом деле, да, я режу вот так, да, кому-то это больно, вот, что я под березовик режу там. Кто-то выкручивает вот эти белые грибы, да, под березовики. Ну, это выкручивать и вот все ложить в корзину, да. Вот это все. Потом мне сидеть, вот у меня времени нету. Это кто-то ведро соберет, наслаждается, пускай сидит чистить. Но мне кажется, и то это вот. Но то, что грибник пропадает, нету. Это уже доказано, что вырвешь ее с корнями, что срежешь, грибы будут. Это доказано. Я не умею вот правильно объясняться. Я думаю, понятно объяснила. Вот. А то, что я вот под березовики, да, что-то я разговорилась, да? Нет? Под березовики, смотрите. Вот длинная ножка под березовики, да, я режу прям, вы видите, да? Потому что я уже вижу, что этот подберезовик будет, ну, червивый. То есть сама шляпка вот эта не будет червивой. Я сейчас принесу, прям покажу вам этот. А ножка вот в точках. Я вот даже вот так срезаю, да, и видно, что точки. Еще, короче, срезаю, там уже точек нету. Точка, это, знаешь, черви там. А никому не приятно. Вот мариную я, чтобы ни одной точки не было, ни одного червя там, не дай бог, не попало, девчонки. Короче, вот как-то так вот. Поэтому я все понимаю, да, я все понимаю. И вот и ножки еще, это же не белые грибы, я собираю. Это ножки есть, которые они уже как деревянные. Они вот так на волокна прям этот, разъединяются. Это уже деревянные ножки. А есть молоденькие, они прям режутся.
Не, хорошо, если они не червивые. Вообще не хрустят. Ой, мама! Мама, блин. Что такое? Вон, видишь. Он тихо едет прямо аж. Вообще. Один раз вообще вот тут тебя не было. Мы с Ларисой сидели. Так и он этот идет, а он выезжает. Да. Один раз мы сидели вот. А, ты же тут был, ты мне говоришь, что орешь? Я испугался, вот так ору, да. А, ору прям. У меня вот так начало прям... Все, отключи, отключи. Нет, подожди, я же рассказываю. Я же людям рассказываю, что вот мы сидели, многие же говорят, что надо, конечно, ну, в дороге всякое бывает. Вот один... Ну, одна машина ехала вот по нашей стороне, где мы сидим, а другой оттуда, там как бы в гору надо, вот едет, да? А эта машина, ну, как сказали, что он уснул. Вот так. А вот оттуда, который ехал, да, летел, и вот так врезался, да, вот так поднялся. И я вот этот момент видела, я вот так сделала. Короче, скорые там, сколько было у нас же группа есть, вот из деревни все сюда приехали, у нас тут есть тоже этот фельдшер, то все туда, короче, побежали, оказать первую помощь. В общем, вот так, конечно, этот, страшно, но... С Божьей помощью все хорошо будет. В общем, девочки, мальчики, сидим, у нас торговли нету. Этот. У нас торговли нету. Сейчас я вам покажу грибы. Выйду, покажу грибы и все. 5 минут сидим и поедем домой, девочки. Все. Девочки, вот мои грибочки. Это вот соленые грузди. Видите? Вот. Сейчас я возьму гриб и вам покажу. Девочки, грибы я убрала уже в машину лишние. Готовимся, короче, домой ехать. Вон мои грибочки. И вот здесь в машине еще. Тут вот. Тут, тут. И в кабине. Девочки, принесла гриб, даже не могла найти уже, потому что черви-то срезает. Вот, видите, вот там точки и то вот. Вот, например, гриб растет же, да, вот подлиньше ножка вот. Подлиньше вот так. Да, вы видите, я вот так режу беспощадно, что ли, как сказать. Надо, ну, пониже брать, да. Но я знаю, что они червивые. Вот. И то вот я срезаю, вот при вас потом вот так еще режу, да? Вот видите, даже здесь еще есть, ну, червивый. Понимаете? Вот. А когда продаешь, а кому хочется червивый брать? Вот иногда бывает вот так режу, вот. Вот чистый теперь. Вот. А бывает, бывает даже так, вот ножка чистая, вот так режешь, да? И там вот бывает, ну, червивый, вот хороший гриб. В общем, грибы отличные. Девчонки, я вам объяснила, чтобы вы не писали, что вот я вот так обращаюсь. Все нормально, просто грибов много. И черви не нужны. Короче, все, друзья. Я выхожу, ставлю все грибы в багажник. И едем мы домой. Я уж показала, в общем, у нас торговли нет. Получилось просто, побеседовали. Я вам показалась. Поедем домой? Так, поехали. Все. Поехали, грузи. Хорошо. Давай.